Hi guys, welcome back to Gundy's Vlog at the Great. So for today's video reaction, let's go to one of our favorite country, which is Russia. Привет, спасибо, to our Russian friends. How are you all guys? If you're doing well and amazing, and the title of this video, as you can see on my thumbnail, and this is actually a youngest hero of the Soviet Union, and then this is about the people whose exploits are set an example of the modern youth that look they have what we can learn about this video also, because this is like an as always, I appreciate the way how the people of Russia, especially the government, that they really give honor to those people who put for the war, being as a hero of the country. And that's really interesting to know that they really give such like importance and commendations to those people who put for the country and itself. And the title of this video is The Youngest Heroes of Russia and the USSR. And credit to the honor also with the video though. New soldat, I'll put on the description box below so that you can connect also with the owner of the video. And if you're new to my channel, just click the subscribe button, click on notification bell so that you'll be updated on your future uploads. And if you have some comments and suggestions related to this video or any Russian video artist that you can suggest, drop it in the comment section. I would love to read and respond you all and make your video request. So let's get to it, guys. Enjoy, and I really want you to turn on the CC down there for your Russian, English, or whatever language that you want to choose. Enjoy with this one, guys. Wow. Soldier. Они вошли в историю, будучи совсем юными. Их подвиги удивляют и шокируют. У этих ребят могла быть целая жизнь впереди, но они не побоялись отдать ее для спасения других. Всем привет! На связи New Soldat. Сегодняшний выпуск посвящен самым молодым героям Советского Союза и России. 8 невероятных историй мужества и героизма молодых парней и девушек. И начнем мы с самых молодых героев Советского Союза. Говоря о самых молодых героях, речь идет о ребятах, которым не исполнилось 18 лет. Звание Герой Советского Союза – это наивысшая степень отличия в СССР. Им награждались за совершение подвига или выдающиеся заслуги во время боевых действий, а также и в мирное время. Бойцов, которым не исполнилось 16 лет в годы войны, называли сыновьями полка. В рядах Красной Армии таких было более чем 3500 человек. Но лишь четверых наградили званиями Героев Советского Союза. Лёня Голиков. Когда началась война, ему было 15 лет. Фашисты захватили его родную деревню в Псковской области. Будучи совсем юным, мальчик сделал выбор бороться за родину и ушел в партизанский отряд. Парень не прятался за спинами взрослых товарищей, а наряду с ними нападал на вражеские колонны и взрывал поезда. В свои 15 лет он уничтожал немецких солдат и офицеров. Храбрый Лёня Голиков вошел в историю благодаря одиночной боевой операции в августе 1942 года. Парень, находясь в засаде, недалеко от дороги, заметил роскошную немецкую машину. Он знал, что на таких перевозят очень важных фашистов. Молодой парень решил, что во что бы то ни стало, нужно остановить автомобиль. Убедившись, что нет охраны, Леня подпустил машину поближе, а затем бросил в нее гранату. Граната разорвалась рядом с автомобилем. Из него выскочили два фрица и подбежали к Лене. Но он не испугался и начал стрелять под ним из автомата. Одного уничтожил сразу, а второй начал убегать в лес. Но молодой партизан не дал ему уйти живым. Одним из фашистов оказался генерал Рихард Витц. При нем нашли важные документы и отправили их в Москву. Вскоре из главного штаба партизанского движения поступило указание представить всех участников операции к званию Героя Советского Союза. Но участников был всего один. Лёня Голиков. Оказалось, что парень добыл ценнейшую информацию. Чертежи и описание новых образцов немецких мин. Инспекционные донесения вышестоящему командованию, карты, схемы минных полей и другие важные бумаги военного характера. За этот подвиг Лёня Голиков был представлен к высшей правительственной награде. Медали «Золотая звезда» и званию Героя Советского Союза. Но получить эту награду герой не успел. В декабре 1942 года партизанский отряд Голикова попал в окружение. После жестоких боев и отступления весь штаб партизанской бригады погиб. В их числе и Лёня. Звание героя мальчик получил посмертно.
Марат Козей, партизан и разведчик. Родился в белорусской деревне Станиково, недалеко от Минска. Когда мальчик закончил 4 класс, началась война. Немцы захватили родную деревню Марата и жестоко казнили его мать, которая прятала и лечила партизан. 12-летний Марат и его родная сестра Ариадна остались одни. Юные, но смелые, они ушли к партизанам. В ходе одного из отступлений сестра Марата отморозила ноги. Девочку отправили на ампутацию на большую землю. У Марата был выбор – эвакуироваться вместе с сестрой или остаться воевать вместе с боевыми товарищами. Так парень и остался на родной земле. Дальше его ждали взрослые испытания. Он, наравне с другими партизанами, ходил в разведку, участвовал в рейдах и подрывал эшелоны. Уже скоро мужество подростка было отмечено первой наградой – медалью за отвагу. Случилось это так. В одном из боев Марат был ранен. Его отряд попал в окружение. Казалось бы, все было кончено, но бесстрашный парень смог собрать и поднять своих товарищей в атаку. Так, благодаря подростку, партизаны пробились сквозь вражеское кольцо. С каждым боем Марат сражался с врагом все злее и отчаяннее, мстя за убитую мать, за искалеченную сестру и разбитую родину. Но юный и смелый партизан не дождался окончания войны. Смерть настигла парня в мае 1944 года. За год до Дня Победы. Марат возвращался с командиром разведки с задания. Но неожиданно на их пути появились немцы. Командир погиб сразу, а парень отстреливался. В один момент Марат понял, что назад отступать некуда. Перед ним было чистое поле. Подросток залег в ложбинке и стал отстреливаться. Но патронов хватило ненадолго. У Марата осталось всего две гранаты. И одну он использовал сразу, а вторую, когда немцы подошли поближе. Второй гранатой Марат уничтожил наступающих врагов и подорвал себя. Парню было всего 14 лет. В 1965 году Марату Козею посмертно было присвоено звание Героя СССР. Звание самого юного героя Советского Союза принадлежит партизану-разведчику Вале Котику. Парень родился в селе Хмелевка, Каменец, Подольской области Украины. До войны окончил 5 классов. В школе мальчик был общительным, проявлял организаторские способности. Был лидером среди сверстников. Сложно представить, но самому молодому герою Советского Союза было всего 11 лет. С началом войны Валя вел свою детскую войну с фашистами. Рисовал и расклеивал карикатуры на немцев. Но на этом не остановился. Вместе с другими детьми парень собирал оружие, брошенное на месте бронестолкновений. Позже Валю приняли в партизанский отряд, и его ждали многочисленные боевые операции. В этом же году Валя получил первое боевое задание. Вместе со сверстниками мальчик ликвидировал начальника полевой жандармерии и 7 немецких солдат. Около 30 немцев были ранены. Дальше были подрывы складов, эшелонов и многочисленные засады. В обязанности Вали входила и добыча информации о расположении немецких постов, и порядка смены их караула. В 1943 году Валя разведал нахождение подземного телефонного кабеля гитлеровской ставки, который вскоре был подорван. Валя всегда был начеку. Однажды во время нахождения на посту Валя заметил, что немцы устроили облаву на отряд. Парень смог обезвредить фашистского офицера и поднять тревогу. Такая молниеносность и смелость дали возможность партизанам успеть приготовиться к бою. Свой боевой путь Валентин Котик начал в 11 лет. Но судьба распорядилась так, что парень погиб через 5 дней после своего 14-летия. Смерть настигла Валю в бою за город Изяслав Каменец, Подольской, ныне Хмельницкой области. Парень был смертельно ранен в бою и на следующий день скончался. Звание Героя Советского Союза Валентину Котику было присвоено в 1958 году. В советские годы об этом отважном мальчике и его подвигах знал каждый школьник. Именем мужественного парня называли многочисленные улицы в России и Украине, пионерские дружины, отряды и лагеря. Памятник Вале был установлен перед школой, в которой он учился. Биография пионера Валентина Котика легла в основу художественного фильма, вышедшего на экраны в 1957 году под названием «Орленок». Подвиги юных мужчин во время Великой Отечественной войны поражают. Но еще больше впечатляет то, что среди самых молодых героев СССР есть и девушка. Зина Портнова, партизан-разведчик, член подпольной комсомольской молодежной организации «Юные мстители». Зина родилась в Ленинграде и там же окончила 7 классов. Случилось так, что в 1941 году девочка отправилась на летние каникулы к родственникам в деревню Зуя Витебской области Белоруссии. Там ее застала война. С первых дней оккупации Зина и ее сверстники создали тайную организацию «Юные мстители». Дети всячески вели борьбу с немцами. Отвлекая противника, мстители разрушали мосты и шоссе, взорвали местную электростанцию, сожгли завод. Добывая сведения о действиях немцев, они сразу же передавали их партизанам.
Зина Портнова активно участвовала в распространении листовок среди населения и диверсиях против захватчиков. Работая в столовой курсов переподготовки немецких офицеров, девушка отравила их пищу. Смелый поступок помог уничтожить более 100 офицеров. Подозрения немцев упали на Зину. И чтобы доказать свою непричастность, девушка осмелилась съесть отравленный суп. Только чудо помогло ей выжить. Вскоре отряд юных мстителей распался, и Зину приняли в партизаны. Однажды, возвращаясь с задания, она попала в немецкий плен. Девушка проявила невероятный героизм во время одного из допросов. Этот случай вошел в учебники истории и послужил сюжетом для плакатов. Зине удалось схватить со стола пистолет фашистского следователя и застрелить его и еще двух гитлеровцев. Затем девушка попыталась бежать, но была схвачена. За этот поступок гитлеровцы больше месяца зверски пытали девушку. Они хотели, чтобы Зина выдала важную информацию. Но дав клятву верности родине, девушка сдержала ее. Утром 10 января 1944 года 17-летнюю Зину Портнову вели на расстрел. По словам очевидцев, девушка была седая и слепая. Шла по снегу голыми ногами. Зина выдержала все пытки. Она по-настоящему любила родину и погибла за нее, твердо веря в будущую победу. Звание Героя Советского Союза Зине Портновой было присвоено в 1958 году. В память об этих детях называли улицы, ставили памятники, делали музеи, писали книги и снимали фильмы. Они навечно останутся в истории как герои. Какая история удивила вас больше всего? Пишите в комментариях. Советские воины в свое время сделали все возможное и невозможное ради победы. А вот способно ли современное поколение сделать что-то подобное? Смотри дальше 4 истории о самых молодых героях России. В современной России на смену званию Героя Советского Союза было учреждено звание Героя Российской Федерации. Подвиги самых молодых героев России известны не только в нашей стране, но и за рубежом. В нынешнее время эти истории кажутся нереальными. Но российские герои, как и советские, умеют жертвовать собой ради других и благородной цели. До сегодняшнего дня самым молодым героем Российской Федерации является Марина Плотникова. Девушка получила почетное звание в 17 лет. В истории страны множество случаев героизма школьников. Но только подвиг Марины был удостоен наивысшей награды. Многие могут помнить, как телевидение и газеты трубили о девочке из Пензенской области, которая спасла трех детей. В июле 1991 года Марина купалась в реке Хопер вместе с двумя младшими сестрами и их подругой. Особенность реки в том, что она не глубокая, но имеет опасные водовороты и обрывы. Неожиданно подруга сестер стала тонуть. Марина бросилась ее спасать. Но когда девочки были уже на берегу, Марина заметила, что ее сестры тоже тонут. Девушке удалось их спасти, но сама она погибла. Звание героя Марина Плотникова получила посмертно. Многие сравнивали подвиг Марины с подвигами детей-героев времен войны. Девушка стала первой женщиной-героем России. Русский Рэмбо. Так окрестили 25-летнего Александра Прохоренко западные СМИ. Старший лейтенант совершил то, чему не учат нигде. Попав окружение террористов, он вызвал огонь на себя. Александр родился в глухом селе в 130 километрах от Оренбурга. Окончил школу золотой медали. Затем с отличием окончил военную академию. После обучения попал в элиту вооруженных сил России, силы специальных операций. Героизм проявил во время работы авианаводчиком в районе сирийской Пальмиры. В марте 2016 года, находясь неделю в тылу противника, попал в окружение игиловцев. Старший лейтенант вступил в бой с террористами. Он знал, что нужен боевикам живой, ведь мог предоставить очень много ценной информации. Не желая сдаваться в плен, Александр вызвал огонь на себя. Его выбор был умереть с честью, забрав с собой как можно больше боевиков ИГИЛ. Эта история шокировала Россию и за рубеж. В период, когда во всем мире наивысшей ценностью считается жизнь, молодой парень пожертвовал собой ради спасения других. На момент смерти у Александра были родители и беременная жена. Не менее удивительный подвиг 19-летнего матроса Алдара Цигинжапова. Слишком высокой ценой парню удалось спасти 300 человек. 24 сентября 2010 года весь экипаж эсминца «Быстрый», 300 человек, был на борту. До входа в море оставались считанные часы. Машинист котельной команды Алдар Цигинжапов нес вахту согласно боевому расписанию. В 4:03 неожиданно раздался тонкий свист, а затем хлопок. В машинном отделении прорвало находившийся под давлением топливный трубопровод.
водопровод. На его глазах попавшая на светильник горючая вспыхнула, и машинное отделение судна превратилось в просторную камеру сгорания. Алдар понимал, чем грозит экипажу и судну взрыв двух котлов с перегретым паром. Парень имел смелость войти в огонь и перекрыть необходимые вентили. На выполнение операции ему потребовалось всего 9 секунд. Невероятная смелость и ловкость. Алдар сделал свое дело и самостоятельно вышел из горящего отсека. Но огонь был беспощадным. Алдар получил ожог 99,5% поверхности тела. Врачи были бессильны. Через 4 дня Алдар Цидинджапов умер в госпитале во Владивостоке. Парень успел проститься со своими родителями. В ноябре 2010 года Алдару Цидинджапову было присвоено звание Героя Российской Федерации. И напоследок самая шокирующая история. Сергей Мыльников. Парень, который знает, что такое бороться до победного конца. В 2008 году Сергею было 22 года. После нападения Грузии на Южную Осетию попал в состав миротворческой миссии. Только вдумайтесь, в боевых действиях против грузинских войск в составе батальона группы сержант Мыльников принимал участие один день. Всего лишь один день потребовался ему, чтобы проявить свои способности, изменить свою жизнь и спасти жизни 80 миротворцев. 9 августа 2008 года в уличном бою за Цхинвал Сергей невероятными усилиями смог задержать наступление грузинских войск и прорваться из окружения. Сам Сергей Мыльников рассказывал. На промахе мы права не имели. Каждый снаряд наших танков накрывал цель. Через 2 часа в мой танк попали 2 гранаты РПГ и 2 снаряда из пушки БМП. Динамическая защита отлетела. Вышла из строя система поворота пушки. Закончились боеприпасы. Тогда мы приняли решение покинуть танк и присоединиться к командиру миротворческого батальона, чтобы из казармы управлять огнем танков. Впоследствии я переходил с танка на танк, поскольку полностью владел обстановкой на поле боя. Ведь 2 других наших машины прикрывали батальон с тыла. Когда на четвертом танке иссяк боекомплект, я пробрался в казарму. Оттуда вел огонь из автомата. Кольцо вокруг городка миротворцев сжималось. Грузины расстреливали позиции с расстояния 40 метров. Отходить навстречу высланному подкреплению под ожесточенным огнем было невозможно. Тогда молодой боец совершил невозможное. Он пробрался к своему разбитому безоружному танку и на максимальной скорости пошел в атаку на грузинских мотострелков. Мощь грозной боевой машины и решительность русского танкиста обратили тех в бегство. Мыльников преследовал их почти 1.5 километра. А потом доложил по связи. Можно начинать отход. Парень менял танк за танком, отстреливался автоматом, а когда боеприпасы иссякли и другие сдались, Сергей кинулся в бой на практически разбитом танке. И все это в первый день службы. Вот он, современный настоящий герой. Сергей Мыльников удостоен звания Героя Российской Федерации. В октябре 2008 года был уволен в запас. Наша история доказывает, нам есть чем гордиться. Наши предки, даже совсем юные, знали, что такое героизм. Россияне наследовали это мужество, жажду справедливости и мира. И пока у нас есть такие герои, как Леня Голиков, Марат Козей, Зина Портнова, Валя Котик, Марина Плотникова, Александр Прохоренко, Алдар Цидинджапов и Сергей Мыльников, никакой враг нам не страшен. Если понравилось видео, жми большой палец вверх и подписывайся на канал. Вас ждут новые и не менее интересные видео. Liking and subscribe to New Soul that also. This was an incredible video, a collection of 8 the best hero, youngest hero of Russia, and much love and respect and eternal memory to all the youngest heroes of Russia. Their individual story of how they saved, how they work on Russia. And this is considered an exploitation because they were young, that's supposed to be in school, that's supposed to be in playing. I cannot imagine 11 years old, the youngest hero of Russia, and then going into fight, going into war, and then like thinking of how to protect their country, of their people. Oh my God. In that age, at my age, I just playing in the road, I just playing in the street with my classmates, with my other children around in my neighborhood. But these guys, these young ladies and guys fighting to survive, to support for their country. And that's an incredible story of this Russian, and they really deserve a commendation, an honor for them to be a hero of Russia. And that's truly a remarkable way of making your country proud, and always be proud to be a Russian. And this is amazing and phenomenal video. I so enjoyed watching like this a video also, because it truly that you really have to do something for your country, not just for yourself, also for your family, but
to whole nations that at least you did something good to protect for your country, and this is incredible. I hope guys you enjoyed watching with this one, and if you do, and if you really want to see the full video and connect with the owner of the video, I'll put in the description box below. If you like this video guys, same as I did, just give a massive thumbs up, like and share, subscribe also with my channel. This is Junris Vlog at Agriact saying stay humble, super, stay positive guys. If you want to connect, my social media account is in here. If you want to connect my second channel, it's in the description box below. Thank you so much, Privyet, and spasiba to our Russian friends. Have a good day, everyone. Bye-bye. Mabuhay po tayong lahat. God bless po, and see you in my next video reaction.